Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в городе курорте Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский. Мы сегодня находимся на Пионерском проспекте, улица Кольцевая, 2. Мы сегодня с вами будем делать обзор на пансионат «Кристалл Уют». Здесь гораздо лучше и интереснее, чем в Турции. И ценник очень приятный. 30% скидка. Так что, дорогие мои, приятного вам просмотра. Ведь тут своя территория, свой пляж в 50 метрах, шведская линия, промежуточное питание, бассейны с подогревом, разные развлекательные программы. В общем, все, как вы хотели бы на своем отдыхе. Улица Кольцевая, 2. Здесь полностью территория закрытая. Вход только по ключам. Стоит охрана на входе. Территория здесь не проезжая часть. То есть машины вам шуметь не будут. Парковка есть по фасаду и есть охраняемая. И здесь, и по фасаду машины стоят под камерами. Она бесплатная. За вашу машину вам переживать не придется. Камеры здесь везде. Вся территория полностью под видеонаблюдением. Поэтому можете чувствовать себя в безопасности. Вход-выход по магнитным ключам. Либо вас пропускает охранник. Мы зашли на территорию. Есть велосипеды. 2 часа проката бесплатно. Потом по прескуранту 200 рублей в час. Но 2 часа вам хватит вот так, чтобы накататься, съездить до Анапы, обратно. Хочу отметить, насколько очень ухоженная и зеленая территория здесь. Если вы приехали с большими чемоданами, здесь есть консьерж. Вам помогут их доставить в номер. Заходим на ресепшн. Здравствуйте. Добрый день. Приветствуем вас в пансионате «Кристалл Уют». Добро пожаловать. Подробно по территории отеля я вам все покажу и расскажу. Сейчас мы находимся, наверное, в сердце любого отеля. Это бассейны. Здесь их 2, как я и говорил. Детский есть бассейн и есть взрослый бассейн. Оба бассейна с подогревом. Есть лежаки, на которых можно позагорать. Также работает вот такой вот фонтанчик. Имеется душевая зона, чтобы можно было перед и после бассейна обмыться. Интересное правило. С часу дня до 9 вечера можно будет ребенку прийти и взять мороженое. Сделано это для того, чтобы ваши детки и завтракали, и обедали. Так наедятся одного мороженого и хорошую полезную пищу пропустят. Также здесь наливают пиво и вино. Пиво мы предоставляем 2 разных сортов. Немецкое светлое и ставропольское светлое. И то фильтрованное, некрепкое, 4 оборота. 6 сортов вин. Есть красное сухое, белое сухое, полусладкие 2 вида красных и десертная Кагор, золотое руно, белое и красное тоже, соответственно. Дополнительно можете взять у нас платные крепкие напитки. В точках промежуточного питания можно взять еду, мы их вам покажем далее, и прийти покушать возле бассейна. Это очень удобно. На территории есть парикмахерская. Если, девочки, хотите себе сделать красивые косички, либо поправить прическу, это тут есть. Тренажерный зал под открытым небом. Тяговые тренажеры. Побегать, покрутить педали. А также есть теннисные столы, на которых можете взять ракетки и поиграть. Предлагается огромное количество разных там спортивных инвентарей для того, чтобы провести свой досуг. Посмотрите, насколько ухоженная территория. Здесь прям до каждой травинки. И я на самом деле на территории «Кристалл Уют» уже 2-й раз. И первый раз, когда я приезжал несколько лет назад, у меня отдыхали мои подписчики. Они были прям бешено в восторге здесь. И когда я пришел, я понял почему. Потому что, ну, очень красивая, ухоженная территория, на которой хочется находиться. Она вроде бы такая компактная, но при этом очень много труда и сил тратится на то, чтобы здесь было вот такое великолепие. Обратите внимание на все детали, на все островки, на которых просто невозможно не бросить свой взгляд. Такие вот, как лягушка, там цапля стоит. Просто очень красиво смотрится. И я вот территории, когда вижу такие, мне прям, ну, в такие места хочется приехать, отдохнуть, понежиться под нашим южным солнышком. Тем временем мы дошли до площадки музыкальной. В вечернее время здесь проводится дискотека, но сейчас идет аква-аэробика. Эти ребята участвуют. Надо активнее, повеселее. Все желающие могут участвовать и размяться, чтобы сохранять свое здоровье и хорошее настроение. Закончилась зарядка, и сейчас девочки играют с детками, кидаются мячиками, детки все с удовольствием участвуют. Идет полностью такая активная жизнь возле бассейна. Детям стало скучно, что аниматоры бегают по улице, и они их просто скинули в бассейн. Девчонки в майках, теперь с детьми в бассейне. Рады, счастливы. И это прекрасно, ребята. Вот это отдых на всю катушку. По вечерам происходят дискотеки. И посмотрите, какая красивая рыбка. Детские площадки, которые здесь установлены на песочке, на натуральном нашем анапском покрытии. Детки ваши могут прийти, поиграть под пение птиц. Это тоже дорогого стоит. Вдобавок к тому тренажерному залу, здесь установлены еще и вот такие тренажеры для занятия спортом, разминок разнообразных, а также есть детские качели.
качели. Есть комната для занятия с детьми, куда после обеда ваши детки приходят и могут провести свое время под руководством аниматоров. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Вероника, я аниматор пансионата «Кристалл Уют». Мы с детьми с утра проводим нашу зарядку на пляже. Это с 10 до 10-15. Потом мы с ним лепим разные фигурки из песка и играем в мяч. С 3 до 6 мы с ними находимся в детской комнате. Смотрим мультфильмы, лепим, играем в разные настольные игры. Иногда еще рисуем. Вечером мы развлекаем детей на мини-диско. В Кристалл Уюте работает шведский стол 3 раза в день. С 8.30 до 10, 30 с часу до 3 и с 6 до 20.00. Давайте вместе с вами посмотрим линию раздачи. Мест в столовой очень много. Вы не будете где-то там стоять, ждать, пока вам освободят. И начнем мы, конечно же, с каши. То есть каша молочная овсяная имеется и моя любимая молочная манная. Мы сейчас находимся на завтраке. На все приемы пищи выставляется вот такая красиво оформленная фруктовая горка. Удивлен такой красотой именно оформления. Разнообразные салаты. Допустим, ветчинный салат, капустный, салат изумрудный, икра кабачковая, свекла отварная, набор зелени. Горох, кукуруза, оливки, заморская баклажанная, горчица, есть соусы разнообразного, допустим, кетчуп, причем симпатично выглядит, хориентр, майонез есть. Омлет, сосиска отварная, вареники с творогом, греча есть, овощное сатэ и макароны рожки. Можно налить себе холодный компот из сухофруктов, либо каркаде, стоят в холодильнике. Есть кулер с горячей холодной водой. Только что попробовал капучино, очень вкусное. Здесь кипяток непосредственно для заваривания, соответственно, себе чайников, либо кто-то любит растворимый кофе. Чаечки здесь именно Тесс, фаворит есть. Можете выбрать разнообразные и к ним взять такие вот закусочки, прикуски разные. Кристалл Уют работает свой кондитер, выпечка полностью вся их. Полностью все готовят ребята на своей кухне. Вот смотрите, разнообразные красивые хлебушки сделаны. Кукурузный, бородинский, пшеничный хлеб. 8 злаков. Вообще восхитительно. Батрушки с творогом, булочки с абрикосом, булочки с яблоком, коржики, булочки с вишней, венский пирог, кексы и тарталетки есть. Ребят, ну вкуснотища очень много, допустим, на завтрак. Есть сухарики разные, вот это вообще прям вкусно. Изюм, джем смородина, джем клубника, джем яблочный, джем вишневый, джем персик, сгущенка, мед, компот из сухофруктов и каркаде. Также есть молоко, как раз таки для всех сухих завтраков. Яички, колбаска, сыр, творог, разнообразные соусы. На любой вкус и самого требовательного клиента. По-моему, довольно-таки шикарный шведский стол на завтрак. Помимо основной столовой, есть точки дополнительного питания. Находятся здесь. Есть два места, где вы можете присесть, поесть. Ну и также, как я говорил, пойти к бассейну. Здесь вам на заказ могут приготовить блинчики, либо яичницу. Также есть выбор разных джемов для блинов и компоты. Также есть сухофруктов и каркаде. Это все в неограниченном количестве. Выход на пляж через пост охраны проходит. И здесь буквально 50 метров, и вы уже на море. Перед выходом и входом можно помыть свои ножки, чтобы песок не нести на территорию и в номера. Расстояние здесь действительно очень мало до моря. По бокам заборчики установлены ради того, чтобы не катались квадроциклы. То есть вы абсолютно безопасно можете пройти. Также, если захотите, можно выйти и прогуляться по нашим дюнам. Территория пляжа своя. Здесь есть душевые, есть туалеты, переодеваются. Девалки, настилы для удобного передвижения, вдруг вы не хотите ходить по песку. Также предоставлены шезлонги в ваше пользование и под теневыми навесами, и под зонтиками. Работают спасатели, и также есть медперсонал на пляже. Есть еще возможность поиграть в волейбол, то есть волейбольная площадка. На пляже также имеется Wi-Fi. Вся территория пляжа находится под видеонаблюдением. Анимация проводится здесь по утрам. Мы видим с вами анимацию на пляже Кристалл Уют. Сейчас мы с детками будем лепить снеговика. Ура! Где ваша радость, дети? С детками занимаются все пределы. Вот Толя уже несет водичку. Круто, ребята. И посмотрите, какую красоту сделали девочки с аниматорами. Большие молодцы. Вот хорошо, что камеру можно перенести вперед. Красота, молодцы! Посмотрите, какое море вас здесь ждет. Анапа, лето, рядом есть прокат разнообразных развлечений,
И привет, Морюшка. Теперь, дорогие друзья, перейдем к номерам. Сегодня у меня нетипичный обзор, потому что обычно я делаю все наоборот. Прихожу в море напоследок. Мы показали как бы территорию отеля, и пляж здесь включен. Кстати, ноги помыть — это прям очень актуально после песочка. Номер стандарт. Здесь имеется 3 кровати, столик с зеркалом, сплит-система, телевизор, есть светильнички. Также есть место для хранения, холодильник. Место для хранения выглядит вот так. Фен, этажерка, полотенчики выдаются всем. И прикроватные тумбочки. Санузел у нас довольно-таки большой. Душевая зона, туалет, тазики, раковина и зеркальце. Мыльные принадлежности вам предоставляют. Стульчик имеется, потому что постоянно уточняет, а есть или нет. И он не один. Здесь полный all-inclusive с промежуточным питанием, с алкоголем. Теперь давайте по размещению. Если вы приедете в этот номер один, стоимость будет 5500 рублей. Если приедете вдвоем, 7300 рублей. Если у вас будет двое и плюс доп. Место, 2500 рублей. Если вам еще надо будет один человек, допустим, вчетвером вы захотите сюда заехать, еще плюс 2500 рублей. Полный доступ к бассейну, пляжу и all-inclusive меню. Не забывайте, что это все цены с акцией. Очень привлекательное предложение, потому что в аналогичных отелях будет стоить гораздо дороже. Есть также гладильная доска, кулер и места, где посидеть. Если вдруг вам нужна детская кроватка, без проблем вам ее предоставят бесплатно. Давайте еще один по такой же ценовой категории посмотрим номер, чтобы вы понимали, какая есть вариация. То есть заходим, место, где повесить вещи, фен, место для хранения. Здесь телевизор, сплит-система, 3 кровати, стулья, пуфик, прикроватные тумбочки. То есть номер довольно-таки просторный, места много, холодильник в номере имеется. Санузел в этом номере выглядит примерно так же, как и там. Унитаз, зона для того, чтобы помыться, раковина и зеркало. Также набор мыльных принадлежностей, ну и плюс полотенца. Влажная уборка каждый день, генеральная уборка на третий день, и смена простыни идет. Полотенца меняются по запросу гостя. Друзья, хочется обратить внимание ваше на высоту цоколя. То есть мы сейчас зайдем в цокольный этаж, здесь есть номера, но вот, то есть он полностью находится практически над землей. Чтобы вы понимали, здесь всего лишь вот небольшой такой приступок вниз. Поэтому это очень важно уточнить, потому что многие думают, что цокольный этаж — это подвальное помещение. Но здесь это в корне не так. И заодно вы можете посмотреть, как выглядит коридор. И в основном также есть лифт. Вы можете подниматься наверх, вам не придется идти по лестнице. Так, заходим с вами. Здесь у нас двухместный плюс 2 допа. Возможно, здесь место, чтобы повесить ваши вещи, место для хранения, зеркальце на входе. И сам номер, он такой довольно-таки просторный. Окошко, можете обратить внимание, во всю стену. Две кровати. Кровати называются бок-спринги, то есть они соединяются между собой, сверху кладется топер, и это будет как полноценная двуспальная кровать, она не будет разъезжаться, и соединение между матрасами вы чувствовать не будете. Одно из дополнительных мест выглядит как раскладывающееся кресло. Есть тумбочки прикроватные, холодильник, набор посуды, телевизор с кондиционером. Также есть столик для того, чтобы девочки могли накраситься, сделать себя самыми великолепными созданиями, пойти танцевать. Одна половинка шкафа выглядит вот так, а другая с плечиками. Смотрим душевую. Здесь есть туалет, душевая кабинка, зеркальце, раковина, набор мыльных принадлежностей, розетка для фена. И также работает вытяжка. Места, в принципе, много. В этом номере также возможно одноместное размещение за 5700. Если вы приезжаете вдвоем, 7600. Если доп. Место вам надо, 1-2500. Есть еще одно, еще 2500. Смотрим семейный цоколь. Он доступен для размещения до 6 человек. На входе есть место для того, чтобы повесить вещи, зеркальце, фен, место для хранения, холодильник, шкафчик с набором посуды. Посмотрите, какая большущая комната. Есть отдельная зона, которую можно разделить здесь шторкой, закрыв ее, и здесь стоят вот такие вот кроватки. Здесь вы можете увидеть, что разместились, допустим, ваши детки отдыхают, а вы в той зоне сидите, там общаетесь, выпиваете винишко, то есть довольно-таки удобно и просторно. Есть свой чайник и вот такой вот набор посуды. Большой холодильник. Место для хранения выглядит вот так. Кресло и диванчик, раскладывающийся санузел. Это раковина, зеркало, унитаз и вот такая вот большая душевая кабинка. Также есть тазик и куда сложить свои вещи. Набор мыльных принадлежностей здесь присутствует. Цена в этом номере. Одноместное размещение стоимостью 8900 рублей. 11100 будет стоить, если вы приедете сюда вдвоем. Если доп. Место взрослого человека, то будет 3400.
300 рублей доплатить. Если это ребенок 12 лет, то 2500. Мы с вами смотрим семейный номер. Здесь размещение до 6 человек возможно. Есть место, куда повесить свои вещи, фен, место для хранения. Вот большущий диванчик с креслом, здесь еще есть пуфик, столик, набор посуды и телевизор с сплит-системой. Имеется вторая комната, в которой вот такая вот очень классная кровать, красиво оформленная, сплит-система, столик, еще один телевизор, выход на балкон. Здесь с видом на территорию, там как раз сейчас начинается мероприятие, будет такое аэробика в бассейне, два стульчика стоят, если вам надо, вам также поставят стол. Говори до утра. Вид моря, ребята, это со второго этажа. Один шкафчик у нас выглядит вот так, холодильник, спрятан стол, есть чайник, набор посуды. Такой вот набор посуды. Гладильная доска, халатики здесь уже входят. Есть сейф, утюг и, конечно же, тапочки. В санузле душевая кабинка, унитаз, раковина, зеркальце, тазик, сушилка для вещей ваших и место, куда сложить ваши принадлежности. Выбор мыльно-рыльных принадлежностей здесь больше, даже зубные щетки есть. И шапочка. Размещение в этом номере одноместное стоит 9200 рублей. Если вы приезжаете вдвоем, 11700. Если вам надо дополнительное место, это будет стоить 3500. Ну а если ребенок до 12 лет, то плюс 2500. Номер стандарт комфорт с балконом. Здесь размещение возможно до 5 человек. На входе место, куда повесить ваши вещи. Фен, имеется шкафчик. Кровати здесь, кстати, две. Они такого же плана, как я вам рассказывал, соединяются вместе. Сверху ложится такое покрывало, которое не дает возможности вам почувствовать соединение между матрасами. Есть прикроватные тумбочки. Одно из дополнительных мест — это раскладывающееся кресло. Остальные вам по надобности доставят. Здесь есть стол, плит-система, чай станция с набором посуды, а также есть столик и зеркало. Возле кровати имеются прикроватные тумбочки. Балкон в номере, можете обратить внимание, выглядит вот так вот. Как раз таки акваэробика продолжается сейчас. И, пожалуйста, вам шикарный вид на море. Это действительно вид на море, а не так, как в некоторых местах, где там вот так вот кусочек видно. Камера просто на широком угле, а так, ну, выходишь, реально вы будете видеть, какая там погода, стоит идти или нет. Уточнение по полотенцам. На каждого гостя их идет почти. То есть это пляжное полотенце, большое банное, там для лица, для ног, то есть достатки. Холодильник в номере есть, шкаф выглядит вот так. Это санузел, унитаз, душевая кабинка, зеркало и раковина. Место, куда подключить фен. Это тазики, полотенца для ног. Одноместное размещение здесь стоит 7300, на двоих этот номер стоит 9400. Если у вас на доп. Месте будет ребенок, то 2500, если просто взрослый, то 3300. На каждом этаже есть гладильная доска, а также кулер. Коридор, можете увидеть, что довольно-таки широкий. Места всем хватает. Сейчас мы с вами посмотрим семейный трехкомнатный с балконом. Здесь номер занимает половину этажа. И он очень крутой. Я его в Телеграм уже выкладывал. Теперь давайте более предметно его рассмотрим. Гладильная доска, сушилка есть. Место, куда повесить вещи. Место для хранения. Комод с зеркалом, телефон, телевизор. Также холодильник. Полноценная кухня с набором посуды. Все, что только вам может понадобиться. Вытяжка. Тут микроволновая печь, чайник, набор разнообразных кастрюлей. Все, что вам только может понадобиться. Ребятки, если вы приезжаете на All-Inclusive, говорят, что есть те люди, кто для своей семьи готовит какие-то там вещи сам. И для них кухня очень важный момент. Полноценный обеденный стол. Здесь балкон вообще огромный. Мы на него выйдем. Сплит-система в каждой комнате есть. Смотрим вторую комнату. Я зашел, прямо у меня такой вау-эффект. Думаю, что ладно, такое тоже бывает. Красиво смотрится. Есть большущие такие кресла, диван. Здесь тоже выход есть свой собственный на балкон. Спальня. То есть здесь прям вообще шикарные апартаменты. Я так сказал, сплит-система, шкаф еще один. И вот такой вот стол. Это очень красиво смотрится. Вот с этим пуфиком, по-моему, великолепно просто. Почувствуйте себя царем, называется. Приезжайте отдыхать. Это все в Анапе, на берегу моря. Здесь есть раковина. Очень много разных принадлежностей для умывания. Фен, полотенцев куча, туалет, биде, джакузи.
Это не просто ванная под джакузи, это полноценная джакузи с гидромассажами, зеркало, чтобы на себя посмотрели, как на вас джакузи подействовал. Кстати, у меня живот вроде бы еще не торчит так сильно, чтобы пугаться. Куча-куча всяких полотенцев. Все, давайте заглядывать в шкафы, что там лежит. Плечики, сейф, еще куча плечик, набор одеялов и простыней, дополнительные одеялки. Здесь спальня тоже есть свой собственный выход на балкон. То есть, понимаете, все три комнаты, там огромный балкон. Здесь в шкафу стоит посуда. Там разные фужеры, рюмочки. Поставил все бутылочков и крутить. Что, сегодня буду пить, крутится, вертится. А, вот ее. Халаты, утюг и тапочки. Пожалуйста, море, бассейны, территория. Все очень хорошо видно. И посмотрите на размер балкона, какой он большущий. Стулья, стол. То есть все, что вам только может здесь понадобиться. И отсюда видно, насколько близко все-таки отель находится к морю. Самое важное, что ты проскочил. Тут два санузла, просто тот самый крутой. Здесь можете увидеть. Есть душевая, туалет и раковина с зеркалом. Ну и тоже все самые принадлежности для вашего умывания и зубы почистить тоже есть. Размещение здесь до 6 человек. Хотя говорят, что раз семья, даже 7 человек отдыхала в этом номере. Одноместное здесь стоит 11 600. Два человека, если будут проживать, 14 600. Если дополнительное место, то 4 400 рублей. Если ребенок на доп. Месте до 12 лет, будет стоить 2 500 рублей. Калипота, ручную голубь, которую можно погладить. Привет. Вот также здесь шикарный вид на море. Это общий балкон, находится на самом верхнем этаже, и сюда можно вынести свои вещи посушить. Мы сейчас в 5-м корпусе, посмотрим с вами номер эконом. Да, есть и такое здесь, но для всех тех, кто у нас сдает Витязю эконом, сейчас будет показательно, как он выглядит. Здесь небольшая площадь номера, но довольно-таки комфортно. В основном здесь размещается один взрослый, один ребенок. Но для двух взрослых тоже можно. Во всю сторону у нас вот такой набор мебели идет. Это стол, это, конечно же, в экономе есть холодильник, телевизор, набор посуды, сплит-система, место для хранения, прикроватная тумбочка с торшером. Санузел, например, тут выглядит вот так. Есть зеркало, раковина, туалет и душевая зона. Даже в экономии есть тапочки, набор всех полотенцев, фен. Все цены я указываю сейчас со скидкой, которые идут, и пик сезона, середина лета. 6300 стоит размещение здесь полностью с all-inclusive в этом номере на двоих. 5600, если вы приедете сюда на отдых в одиночку. Евроспальные места, вот евро-раскладушки выглядят вот так. Мне постоянно спрашивают, как они выглядят. Вот такая вот раскладушка, это не наша советская, на пружинах, то есть здесь гораздо все удобнее. Смотрим двухместный стандарт уют. Номер довольно-таки светлый. Мы сейчас в угловом находимся, также в 5-м корпусе. Есть холодильник, телевизор, чайная станция, сплит-система, место для хранения, место, где повесить ваши вещи. Место для хранения. Санузел в этом номере выглядит вот так. Туалет, душевая зона, раковина и зеркало. Мыльные принадлежности, набор всех полотенец также сюда включен. Ну и, конечно же, балконы, которые выходят в сторону моря, все с видом на море. Стоимость проживания одного человека будет стоить 6450, если вы приезжаете вдвоем, 8500 рублей. Если вы будете здесь отдыхать, то не можете не переживать за отключение электроэнергии. У них есть своя электрогенерация в емкости под воду, чтобы даже отключение воды вас не побеспокоило. Сейчас заходим на обед на шведку, посмотрим, что здесь есть, и попробуем сами эти блюда. На первое здесь предоставлены бульон куриный, суп грибной и борщик. Вот так они выглядят. Из напитков чашка КРД, компот и сухофруктов. Можно выбрать джемы, это все то, что было на завтраке, сухарики разнообразные, выпечка полностью вся именно изготовленная здесь. Есть свой кондитер у ребят, я об этом рассказывал на завтраке. Огромный выбор разнообразных чаев, кофе, напитки в холодильнике, макароны, рожки, рис, греча, курица, сразу же грибами называется, рыбное ассорти, соленья разнообразные, есть салатики, пикантный салат «Пятерка», помидоры маринованные, овощной мисс и градский. А также есть винегрет и набор овощей. Фрукты, персики, их постоянно подносят сливы, арбузик, яблоки и абрикосы. И свежие овощи разобрали только что, люди прям плотно пошли. Майонез, хрен, кетчуп, горчица и сметана. То есть блюда постоянно подносят, и видишь, что зал заполняется, но не битком. Что я себе взял? Это борщик, рис, котлетка, три салатика, помидорчика, кусочка ручек.
и хлебушек. Хлебушек первый есть, там 7 злаков, и он очень вкусный. И борщ вот такой вот, ребята, офигенски вкусный. Грибами были очень классные, очень понравился винегрет, прям хорошо сварены овощи. Также вот салатик, который был с морской капустой, тоже очень зашел. Здравствуйте. Мы поняли, что вы какое-то интервью про кристаллы снимаете, да? Вы хотите что-то рассказать? Да. Давайте. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Откуда вы? Мы приехали из Вологодской области, город Череповец. Как вам тут отдыхается? Кристалл уют, мы приезжаем уже третий год. Мы просто в восторге. Во-первых, очень внимательное отношение к людям. В любой просьбе вот реагируют буквально сразу. Столовая у них изумительная. Прямо вот такой домашний. И девушки здесь такие, обслуживающие персонал очень хороший. Во всяком случае, мы рекомендуем всем, кто может. И цены, я считаю, что здесь приемлемы. И отдохнуть с семьей для семейного отдыха. Вот просто. Вы еще забыли отметить пляж, насколько здесь близко. И пляж очень близко, да. И на пляже там вот мальчики тоже, вот, тоже на любые просьбы реагируют. И еще мы очень заметили, что каждый год всегда что-то появляется новое. Какие-то фигурки, что-то на пляже. Вот, допустим, когда первый раз приехали, там не было, ну, чтобы вымыть можно было много списка. Там сразу же поставлены кабинки вот, для переодевания, поставлены туалет. То есть развитие идет? Развитие идет. Вообще они просто молодцы. Спасибо большое. Очень приятно. Да, будет отзыв в моем видео. Спасибо. Друзья мои, мне еще принесли, сказали, Юр, ну, пожалуйста, попробуй еще выпечку от повара. Такой комплимент мне зашел. Скажу, сейчас наберу еще кахадеча и тоже с вами задегустируем. Давайте резюмируя. Отдых здесь вам, я думаю, зайдет. Место очень хорошее, особенно со скидками, которые сейчас есть. Ну, а теперь давайте посмотрим на это все сверху.